Вітаю, це програма «Коментарі». В студії працює Ольга Шевченко. І сьогодні моїм співрозмовником є Павло Федосенко, радник голови Харківської облдержадміністрації з питань інформаційної політики. Рада вітати вас, Павло, в нашій студії. Добрий день. Перехід із журналістів в євангелісти або піарники. Так ви назвали своє призначення радником голови Харківської облдержадміністрації. До чого тут євангелісти, скажіть? Наверное, через полгода, да, больше полугода уже, собственно, прошло. Я хотел бы поправиться. Все-таки слово «пиарщик» не уверен, что оно здесь уместно, возможно. Тогда я так это видел, да, сейчас я это представляю немножко иначе. Я все-таки считаю, что основной функцией моей на нынешней должности является коммуникация и налаживание коммуникации между властью и обычными людьми, которые хотят что-то донести, какие-то свои месседжи и, естественно, хотят быть услышанными. Я считаю, что это очень важно, и слава богу, что сейчас в наше время это возможно делать посредством соцсетей довольно оперативно. Но хотелось бы верить, что в какой-то степени у меня это получается. І не піарник, але все-таки, що з євангелізмом та спільного вам тоді вбачалося? Ви знаєте, піар – це таке слово, воно зараз використовується доволі часто і, як по мені, не везде уместно розказувати о том, що делается, да, что-то хорошего делается. Я не совсем считаю, что это пиар. Это информирование. Ну, почему нет? Часто приходится слышать, что вот там власть піарится там, на том, на том. Останнім часом будь-яка інформація, поява чиновників або політиків на екрані, це і байдуже, про що йдеться, про досягнення або про скандали, якось сьогодні дійсно все це називається піаром. Як в такому випадку все-таки розповідати про діяльність органів влади, на вашу думку? Як по мені, ну, піар от обычной текущей работы нужно четко разделять. Есть, ну, пиар, да, сейчас это что-то негативное такое. Пиар – это, наверное, когда больше слов и меньше дела. Другой случай – это когда есть действительно реальные какие-то достижения, есть успехи, и вполне, мне кажется, нормально, что о них тоже нужно рассказывать. И это не пиар, это, ну, это информирование. Констатация, да. А то, что к каким-то событиям руководство области, чиновники имеют непосредственное отношение, ну, они же не могут от них дистанцироваться. В силу своей работы, естественно, чиновники участвуют в различных мероприятиях, открывают, да, какие-то объекты. Но я не считаю, что это пиар. Ну, человек же не может, там, чиновник, да, не поехать куда-либо, чтобы, не дай Господь, там, его не обвинили в пиаре. Это тоже текущая работа, и главное, как по мне, чтобы люди видели эти успехи, чтобы о них не только рассказывали, а чтобы люди сами их видели, да, тогда это будет не пиар, это будет просто хорошая результативная работа, о которой грех не рассказать. За тією чи іншою поточною роботою, зрештою, можемо ж судити і про ефективність роботи чиновника на своєму посту, судити про те, як він, чи впорується він зі своїми обов'язками, як він розпоряджається, зрештою, там, коштами платників податків. Це ж така, здається, також форма звітності, може бути і політиків, і чиновників. Саме з цього можемо ж сприймати не як піар, а саме, ну, така форма звітності. І робити власні висновки, як глядачі, як мешканці цієї там області або міста, про ефективність роботи чиновника. В цілому, так, звісно, я согласен. Якщо люди будуть бачити, що чиновник декларує і що робить, тоді їм, людям, буде легше робити виводи, да, справляється він чи не справляється зі своєю роботою. І тут, опять-таки, важливо отримати від людей фідбек. То есть, если, например, человек считает, что что-то не так, здесь не так, там не так, здесь чиновник не доработал, здесь есть какие-то минусы, ему нужно свою точку зрения, опять-таки, донести до власти. Ну, я считаю, что здесь как бы и включаются в том числе советники, да, которые работают как такие аккумуляторы информации, да, от людей и к власти, могут ее донести, опять-таки, чтобы указать на какие-то там проблемы, и чтобы эти проблемы можно было решить.
Свого роду, як інсайдери можуть працювати, дійсно. І є така можливість, от як відбувається, як формується взагалі інформаційна політика обласної державної адміністрації? Це от як виглядає? Це якісь наради? Це якась, зокрема, у вас, яким є от алгоритм донесення тієї інформації, тієї комунікації від громадян до представників влади? Что касается информационной повестки, я, наверное, здесь не совсем тот человек, который может вам рассказать. Почему? Потому что информационная повестка – это больше касается пресс-службы обл.администрации. Я к пресс-службе отношения не имею. Я, скажем так, довольно в автономном режиме работаю. Как человек, который много лет проработал в журналистике, я примерно понимаю, какой, скажем так, контент, да, какие новости людей интересуют, что им важно. Соответственно, я могу об этом рассказывать людям. С другой стороны, я получаю от них фидбэк, как я уже говорил. Как правило, доношу я его либо в личных беседах с главой области, либо, если это нужно передать не ей, там, а кому-то другому, все это возможно делать, опять-таки, посредством соцсетей, мессенджеров и так далее, для большей оперативности. Слава Богу, сейчас многие моменты можно решать там, буквально двумя сообщениями, да, чтобы привлечь чье-то внимание, кто ответственен там, за определенный круг вопросов, чтобы вопрос взяли на контроль там, или начали исправлять его. Что особисто вас за півроку роботи, співпраці, назвемо це так, з обласною державною адміністрацією, спонукали от змінити думку про те, що говорили ви про те, що йшли, думали, що це буде піар, а от зрештою, на сьогодні вважаєте, що піару в вашій роботі немає? Що саме спонукало так сьогодні змінити думку? Ви знаєте, я вважаю, що, як я вже говорив, піар, да, це скоріше, коли видають либо желаемое за действительное, либо поют кому-то оды. Я стараюсь этим не заниматься, не занимаюсь, в принципе. Я считаю, что о уровне работы областной власти лучше всего говорят результаты. Зачем рассказывать о том, какой, грубо говоря, некий чиновник Иван Иванович молодец, если можно показать дорогу, которую он сделал у себя в районе. Это нагляднее, это доходчивее, в этом не нужно убеждать человека. Просто покажите, вот, смотрите, есть результат. Понятно ведь, что все это происходит не само собой. На этот результат работают люди, работает команда. И мне кажется, вот такие моменты, они намного лучше. Переконливее. Да, намного более доходчивее для людей, чем любые оди, да, или там піар-тексти, називаємо так. Які саме моменти для вас стали такими от переконливими і найбільше вразили вас? Яка саме от діяльність, проекти, що вас спонукало от повірити у силу от такого методу? Вы знаете, мне после стольких лет журналистики действительно доставляет определенное удовольствие писать о чем-то хорошем. Мы как бы не избалованы хорошими новостями, особенно в нашем городе. А сейчас я вижу процесс созидания практически каждый день. Это могут быть крупные проекты. Говорить о тех же дорогах можно в области, которых сейчас делается такое количество, сколько не делалось за все годы независимости. Это строительство школ, там та же школа в Писачине, которая сейчас является одной из лучших в Украине. Это ЦНАПы, центры предоставления админуслуг. Современные классы, которые оборудуются в школах области, ну, еще много чего другого. Честно, я не знал об этом. Да? Для меня, вот, например, стало откровением, что в области есть школы, которые по оснащению дадут фору всем городским. То есть, ну, это классно. Когда ты получаешь там фото или видео, как укладывают километры дорог, ну, это вот все наглядно происходит, да, и понимаешь, что там не было асфальтового пачка 60 лет. То есть, это тоже классно. Безусловно, хватает и проблем, но о них тоже, в принципе, да, надо говорить и их надо решать. Вот. Но и вот то созидание, которое сейчас можно наблюдать, ну, это действительно приятно об этом писать, это видеть и доносить до людей.
Сьогодні на вашій сторінці у соціальних мережах можна побачити фото і пости з різних куточків області. І зараз ви от перелічили такі проєкти і такі моменти. Чи знали ви так багато про Харківщину до того, як стали радником в якості журналіста? Ви бували в Боровії, в Богодухові, в Лозовій, в Куп'янську? Ви знаєте, я був в Азовій, тому що там взривали склади боєприпасів. Я був в Балаклеї, тому що там взривали склади боєприпасів. Тобто, раніше я по області їздив більше як новостійщик, як событійщик. Немного где було, чесно скажу. Разве что какие-то ЧП, какие-то темы отрабатывались, тогда приходилось выезжать. Поэтому нет. Мало где был до того, как начал работать в администрации. И, в принципе, сейчас, слава богу, для того, чтобы получить какие-то материалы, да, не обязательно ехать 200 километров. Иногда, конечно, это полезно, иногда это необходимо, поехать на место, посмотреть, убедиться самому, да. Иногда достаточно просто наладить контакт с теми людьми, которые будут тебе оперативно эту информацию поставлять. Потому что, ну, если ездить за каждой фотографией или за каждым видео лично во все концы области, ну, я думаю, не хватит никакого времени. Для вас, как для журналиста, за цей період щось змінилось? Для вас може тепер бути приводом там відкриття якісь позитивні новини? Тобто говорити, що виїжджали переважно такі резонансні, якісь надзвичайні події, але відкриття школи, там якоїсь там досягнення, я не знаю, там зібрали там рекордну кількість зерна для вас сьогодні. Це стане приводом для того, аби поїхати, аби висвітлити цю подію? Ви знаєте, я стараюсь підтримувати в собі таке здорове роздвоєння личності. Тобто я советник, і я журналіст, це різні люди, і я стараюсь робити так, щоб одне не накладувалося на друге. Поэтому, что, если мы говорим о контенте моего сайта, да, то все-таки я журналист, там главный. И я исхожу исключительно из соображения целесообразности, насколько это читаемо будет, ну, на мой взгляд. Да, если открытие там, той же школы в Пісочині – это читаемо, это классно, то мы об этом напишем. Если рекордный сбор урожая, там, грубо говоря, в каком-то районе, да, или там, увеличение надоя коров в каком-нибудь районе, мне это, возможно, будет интересно как советнику, хотя это не факт, но мне это вряд ли будет интересно как журналисту. Відкриття, скажімо, там, басейну Лозовій. Це читаємо? Чесно, я даже не... Да, мы писали про открытие басейна в Лозовій. Понимаете, тут ще є своя специфіка. Тут виникає питання, можливо, чому сьогодні споживач інформації більше цікавиться, можливо, так от надзвичайними якимись резонансними подіями, іноді там трагічні події спонукають там людей частіше звертатися до цієї інформації і клікнути на ці інформації. А позитивні якісь такі от новини, теж новини, вони часто і густо не викликають інтересу. Ну, тут в чому причина, на вашу думку? Негатив. І чи має журналіст йти за попитом потенційного глядача, читача, споживача інформації? Ви знаєте, я дуже люблю, на самом деле, цю тему, тому що від людей часто приходиться слышать, от ви пишете тільки о негативі, да це не ми пишемо о негативі, це ви читаєте негатив. Журналісти, попит на це, да, журналісти дають той контент, який буде читатися. Если бы люди читали про выставки цветов, журналисты бы с огромным удовольствием писали бы не про трупы и катастрофы, а про выставки цветов. Но так уж получается, что всегда негативные новости более читаемы. Это не значит, что позитивные не читаемы вовсе. Нет, бывают очень классные какие-то живые истории. И по там, своему сайту, да, я могу судить, что, которые очень хорошо читаются, очень хорошо цитируются. Видно, что людей берет это за живое. Вот. Но, конечно, это скорее исключение. Негатив, он, к сожалению... Что ж сделать, чтобы привернуть увагу потенциального споживача информации, так называемого, там, читачів, глядачів, всех там, до позитивных, можливо, новин, якось... Знаете, мне кажется, это лежит исключительно в плоскости психологии, этот вопрос. Опять-таки, это мое мнение, да, как человек, который в СМИ проработал много лет, просто читая негативные новости, человек, наверное, где-то подсознательно радуется, что это произошло не с ним.
Вот. И это довольно сильные эмоции, и вот на эти эмоции люди и ведутся. Вот. А когда человек читает хорошие новости, он тоже может подумать, почему это не со мной произошло, но уже с другим, скажем там, с другими эмоциями. С иншей эмоцией. Вот. Поэтому, ну, мне кажется, что, к сожалению, негатив будет считаться всегда. Единственное, что, опять-таки, мое мнение, чем выше будет уровень жизни, да, у людей, а я не говорю даже про нашу страну, в принципе, чем меньше каких-то вопросов, там, связанных с выживанием, с насилием и так далее, будет волновать, и чем лучше будет их жизнь, наверное, тем больше позитив будет восприниматься как нечто более популярное. На сьогодні, чи застосовуєте якось, можливо, власний такий от якийсь, можливо, прийом для того, аби привернути все-таки увагу до позитивних новин? Як журналіст чи як совітник? Ну, все-таки складно от розмежувати ці дві функції. Якщо вам це вдається, то розкажіть, як робити в ролі радника, як в ролі журналіста. Ну, на самом деле, хотя меня в этом и упрекают, да, как советник, естественно, я генерирую чаще всего контент, ну, позитивный, да, о том, что где-то что-то сделано, где-то что-то открыли, где-то что-то изменилось к лучшему. Ну, было бы странно, если бы я, наверное, писал о том, как все плохо. Об этом, слава богу, пишет много людей. Ну, тут и перед вами тоді постає завдання привернути увагу до позитивних новин, увагу читача, глядача, що не так просто зробити, як же ми говорили. Чи є якісь от власні такі от? Ви знаєте, я стараюсь, скажімо так, не уходити в чиновничество, в чиновнический язык. До того, как стать советником, я, скажем так, писал довольно вольно, назовем это так, с использованием различной лексики, которую сейчас я не использую. Потом я начал ловить себя на том, что я вот становлюсь где-то чиновником, появляются какие-то нотки вот формальные, такие сухие. Вот. Начал бить себя по рукам, потому что, ну, это ведь не обязательно. Можно доносить даже официальную информацию простым, понятным языком. Я не говорю там акцентной лексики какой-то, да. Ну, наверное, вот в этом, так сказать, секрет. Я стараюсь как можно проще это делать, как можно более понятно и не уходить там в какие-то сухие отчеты. Есть над чем работать еще, потому что когда там ты работаешь с цифрами, сухими фактами, сухими формулировками, как бы, ну, нужно себя одергивать, чтобы не начать писать точно так же. А что касается контента сайта. Але ми маємо от в сьогоднішній розмові, ми говоримо про сайт, але ми не говорили і не пояснили глядачеві, що так, до того, як ви маєте журналістський досвід, ви є засновником одного з інформаційних сайтів, певний час були його головним редактором, але от із цього, що зараз ви говорите, я зрозуміла, що залишаєтеся ви журналістом. Про те, як після призначення радником голови Харківської облдержадміністрації говорили про те, що залишаєте журналістику. Ви все-таки залишилися в професії? Ви перестали бути головним редактором, але залишаєтеся власником цього ресурсу і, я так розумію, що діючим журналістом. Попри те, що обіцяли залишити цю Понимаете, справу. Тут явний конфлікт інтересів присутствує. Даже, наверное, не інтересів, а етичний конфлікт. Я, як человек, который к журналистским стандартам всегда относился очень трепетно, скажем так, я прекрасно понимаю, что называться журналистом, работая в администрации, я морального права не имею. Чому? Потому что заважает залишатися журналистом? Журналист должен быть априори не предвзят. Если я являюсь советником главы администрации, моя непредвзятость, скажем так, минимум может быть поставлена под сомнение. Поэтому с точки зрения журналистской этики, ну, я стараюсь себя журналистом не называть. Я не считаю, что это правильно. Я действительно планировал полностью дистанцироваться от управления сайтом и оставаться исключительно собственником. Не сделал это по одной простой причине. Для меня это, кстати, стало неожиданностью. Я просто не могу найти человека, который на этом месте меня заменит. Я привык работать по
6-7 дней в неделю по 15-16 часов в день. Найти человека, который будет делать все то же самое, даже за хорошие деньги, не так-то просто. Плюс, ну, опять-таки, это должен быть человек с соответствующей квалификацией. Это действительно оказалось очень непросто. И на самом деле, если я этого человека найду, я с удовольствием сделаю то, что и планировал, то есть дистанцируюсь на 100%, буду оставаться только собственником, потому что мне, честно говоря, вот это раздвоение мне не совсем комфортно. Але чому радник не може бути і залишатися все-таки неупередженим? Зрештою, на цю посаду і вас запросили як журналіста, який ви були неупередженим. І іноді критично навіть ставилися до певних дій. І що заважає залишати зберігати цю неупередженість? На самом деле здесь вопрос не в том, могу ли я сохранять непредвзятость. Вопрос в том, как это выглядит в глазах читателей, в глазах коллег. Когда я только, ну, я еще не стал на тот момент официально советником главы администрации, мы разговаривали с Юлией Александровной, и я коснулся темы сайта и, собственно, того, как это будет. Услышал четкую позицию, что моя журналистская работа, мой сайт никак не будет связан с моей работой в администрации, то есть никаких там попыток получения лояльности и тому подобное. Я услышал это четко, меня это, естественно, устроило, то, что я, собственно, и хотел услышать. Вот, поэтому как бы, я согласился работать в администрации. Но я ведь прекрасно понимаю, что я не могу это доказать людям. Да? Это мое слово. Ему можно поверить, можно не поверить. А со стороны это выглядит, конечно, как типа, ну понятно, ну, о чем может писать сайт советника губернатора. Ну, естественно, восхвалять. Ну и ну, ты ничего никому не докажешь. Называете свою посаду роботою в обласній державній адміністрації, але, наскільки знаю, ви позаштатний радник, тобто ця посада не передбачає ані заробітної плати, ані якогось окремого там кабінету чи робочого місця. Робота, я просто упрощаю, скажімо так, да? Ви правильно сказали, должность внештатна, зарплата не предусмотрена, кабінет, вроде, у мене є, я там ні разу не був, не знаю. Чи припускаєте, що зрештою будете займатися винятково журналістською діяльністю, і чи буде вона такою самою, як була рік, два, три тому? Всі, ну, на сьогодні це півроку, цей досвід співпраці з органами державної влади. Якось от вплинули, змінили ваші погляди на журналістську діяльність? Ні, я не можу сказати, що взгляды на журналистскую деятельность как-то поменялись. Я все-таки работал в журналистике 16 лет. То есть они сформировались до моего перехода в обл. Администрацию уже как бы давно. А что касается того, чтобы вернуться в профессию, ну, я-то, по сути, из нее и не ушел. Не ушел пока толком, да. Для того, чтобы вернуться, нужно будет уйти. А вернусь ли я туда, скажем так, двумя ногами, возможно, я не загадываю, пока то, чем я занимаюсь, доставляет мне удовольствие. Чи будете висвітлювати досягнення, позитивні новини, ремонт доріг, відкриття школ, чи стануть, залишаться тоді для вас тим інформаційним приводом для того, аби, ну, його висвітлити, або для того, аби поїхати в віддалений регіон і розповісти про позитивні новини? Ну, опять-таки, тільки з точки зрения редакційної цілесообразності. Ну, я не думаю, що якщо я уйду из администрации, сосредоточусь только на журналистике, то сайт наполнится новостями о надоях и посевах. Нет, вряд ли. Я думаю, я смогу сохранить объективность и писать, если это действительно интересно. И только надзвичайні, якісь трагічні там. И це будуть не тільки такі вот надзвичайні, трагічні або такі події, резонансні, які ви... Нет, нет. Мы сейчас стараемся как можно больше позитива, ну, добавлять. Удается не всегда, но мы действительно стараемся. То есть в какой-то момент мы поняли, что
ну, во-первых, в городе в целом, да, и у нас на ресурсе в частности, слишком много негатива. И мы сейчас специально его разбавляем какими-то культурными новостями по возможности. Даже иногда, ну, я вот, например, могу понимать, да, что это, ну, не самое... такая топовая новость, ее вряд ли прочитает там 100 тысяч человек, вот, но нельзя там гнать только негативный контент, нужно и какие-то хорошие новости писать, и мы стараемся как бы это делать по возможности. Просто опять-таки все журналисты понимают, что одно убийство прочитает больше людей, чем 100 выставок, вот. Но главное не скатываться вот в какую-то чернуху совсем уж откровенную и идти на поводу кликабельности. Вашу думку почули. Дякую за щиру розмову. Хочу побажати вам все-таки резонансних, але більше позитивних, не тільки вам, всім нам, новин. Ще раз дякую за розмову. Спасибо. І хочу нагадати нашим глядачам, що сьогодні в рамках програми «Коментарі» ми спілкувалися із радником голови Харківської облдержадміністрації з питань інформаційної політики Павлом Федосенком. На все добре.